Хеллоу, народ, хочу сообщить, что это вовсе не обычный режим в Among Us. В этом моде игроки прячутся от импостера под видом разных предметов и шапок. И чтобы победить, мирным нужно выжить целых 5 минут, в то время как маньяку необходимо найти всех за это время. Один гей среди нас. Банка колы, импостер. Брат, ну это банка колы из ада. Криво вышло. Ивча, сколько там? Повернись в другую сторону просто. Вы его слышите? Алло, не перепрятывайся, что? Ты прикалываешься? Зачем? Я тебя первым убью, чувак. Подожди, это ты, что ли, Серг? Да я не могу сказать так, чтобы нас потом не спалили. Стой, сука, на месте, блядь, тебе все равно пизда. Тебя видно, капец. Вот смотри, меня видно? Да где же этот, как его, блядь, маньяк? Мне, кстати, Серг, тебя вообще не видно, вообще. Просто мастер, блядь, понимаешь? На самом видном месте, нахуй, в самом начале, блядь, просто спрятался. Нафига ты палишь? А, ты специально? Дерепа, это я с тобой. Не жалко, что мы вас не видим. Блядь, сука! Что, заебашь? Это тварь ты такая, блядь. Ты дебил, блядь, ой. Ты придурок, нафига ты задвигался? Просто дернулся в последний момент. Там еще кто-то сидел, что ли? Да. И там, знаешь, такой укрыт, говорит, тебя первым убьют. Я такой, дай-ка я подвинусь, такой двигатель заходит такой. Блять, тут такой отстой выходит, что если же один остается, короче, то ты проигрываешь. А я, блять, последний остался, меня б не нашли. Блять, как здесь двигаться, а вот нашел. Как ходить, блять? Кто так заорал? Я сейчас не вижу. Ну Хас меня никогда не найдет, я вам, блядь, базарю. Бля, мне вот интересно, как вот он вот это вот не заметил. Блядь, Фас, иди ты нахуй просто. Мне очень интересно вот на это. Мне очень интересно. Вы нашли типа меня, да? Понял, как вы меня нашли. Бля, я понимаю, мозг просто отказывается это видеть. Это слишком глупо, он это не воспринимает. Так дело в том, что Микки его не заметил. Дело в том, что если Фас так будет бегать он не найдет. Фас, не бей, не надо, Фас. А он не видит все равно. Не надо, Фас. Блять, сука. Конечно же, украинцы. Так, кто листочек взял? А кто листок? Если овощ, конечно. Да, чел, ну ты овощ, да. Бля, вот это охуенная позиция, ёбаный рот. Там, Серг, я тебе сейчас это кину, как я спрятался. Давай. Я уже одного кокну. Ас, опять ты нахуй. Да ты заебал, блядь, читер. Сука. Нормально. Блядь, гук ебаный. Охуенно, да? Да. Вообще, блядь. Блять, за шок! Нет! Ну Фаст Лафри никогда, блядь, в своей жизни не будет. Там, Серг, если тебя убьют, покажи. У меня уже все. У кнопки, все собираемся у кнопки, я вам кое-что покажу интересное. Давайте. Идем, вот скажите мне, блять, вам видно или нет? Погоди, пошли. Ну-ка, покажи. Подождите. Че, не видно? А-а-а! Он будет, блядь, до конца своей жизни искать Лафри. Передо мной импостер уже пробегает третий раз и меня не видит. Как же тут весело стоять. Холодно, но весело. Блядь, уже намеки дает пасту. А, ну это все, это ГГ, блядь. Это просто, блядь, два китайца, сука, спрятались, пиздец, их не найти. Да, я его вижу. Ай, бессовестный. Бля, не, ну я не знаю, тебе видно, пиздец, если честно. Я знаю, как тебе спрячусь. Я херово вышло очень. Куда мне пойти? Что же делать, как же быть? Я все. Иди нахер, иди себе другое место ищи. Да ты херел. Он у меня нашел. Иди нахуй. Закрой, нет, закрой нас. Ты, блядь, придурок. Спалишь. Серга, скип могу? Блядь, пиздец. Вчера, блядь, умный был. Я сука, умнее вас. Я вас покинул, а вы дохнете, блядь, там вместе. Так, ну, блядь, может... Да, блядь! Скотина! Все, импостеры на месте стоят, блядь. Кто не спрячется, тот лох. Справи быдло. Да, вообще не спалю на ее. Блядь, какой отстой, я спрятаться не могу. Да,
Блядь, ёлка, уйди, сука, ёлка. Импостеры, приступайте. Иди сюда, чел, иди сюда, сюда, иди. Сюда, время иди. Пошло. Всё, тупичка. Всё, вы не двигайтесь, куда вы пошли? Всё. Вы охуели. Серка, это ты чё, в этой нычке? Да. В какой именно? Намекай. Тут троечка. Тут трое, блядь. Бьют именно меня. Ну вот, один умирает, двое выживают, как бы. Импостер, не подумай, что там трое. Я всех вижу. Ёлочка, сука, стань на место, блядь, не выёбуйся. Ещё, блядь, придёт, сука, всех спалит, долбоёб. Не, ну если он нас не нашёл, он нас не найдёт, блядь, до конца жизни, я так понимаю, потому что он не знает. У меня топовая нычка. Ёлка, ты заебал, блядь, ну спалишь. Не выёбывайся, стой на месте, блядь, что ты как ёбнутый. Скиф, сколько там времени осталось? А времени ещё 2 минуты. Сдох, 30 сдох, 30 ну всё, это изи вин. О, я вижу. Ой, жопа вам, пацаны. Бля, заебашили. Стеночки спалил, мудайзер. Просто ору, реально. Использовать. Кто это бегает? Вентиляцию. Импостер точно не найдёт. Использовать. Идёт искать. Давай, давай, давай так, Блять, это я не успел. Ебать, тут какая-то агрессивная баночка с Кока-Колой бегает, всех убивает. Выше гор, ниже приор. Пизда, блядь. Блять, я вообще не тот скин, не под эту карту взял. Кто коричневый? Меня никто не найдет, блядь. Просто пизда. В смысле, блядь? Нет. Тупо идеал. Все, 5 минут пошло, давай. Все, смерть. Просто смерть. Идея, быстро смерть. Блять, заебашили. Пацана, ни за что не прошу. Короче, мне надо всех найти и отпиздить. Да, но только через 30 секунд. Блять. Где бы спрятаться? Остальным нельзя двигаться. Блять, а если не успел? Ну твоя проблема, чувак, ладно. Да, блядь. Если вы не успели ни к чему прижаться, хоть прижмитесь к чему-то. А, ну я шел, челик, кто бегает тут. Извиняйся, я отходил. Ну понял. Я спрятался просто бомбезно, я бы сказал. Эй, импостер, ты там чё, ослеп? Спасибо, где ты был? Я не скажу, я до сих пор живой. Ха, лох промазал. Это я. А, то есть она где-то рядом, да? Она где-то рядом, давай. Нашли! Победа. О, я просто так встал, что ну все, просто все. До конца жизни будете искать, охереть. Смотрю на дырку. Да блин, ну как ты нашел? Ну как? Ну вот как ты нашел? Это просто быть не может. А хочу сообщить вам, что я записываю видео на своих серверах по SCP-SL, так что если хотите попасть в видео, то ссылка в описании. А также у нас открылся второй МРП-сервер.